Ну вот здесь. Вот такая хуйня. Здесь вот, вот оружие. Вон каски валяются. Вот тачка. Нива одна. Вот мотоцикл, прицеп. Что-то военные несут. Не сгорело вот. Вон тележка какая-то. Не сгорело, вот так надо осыпать, чтобы нихуя у нас не горело. Ну, на будущее будем все иметь в виду. Вон дырчики горелые. Здесь вот склад был. Тоже все нахуй. Вообще к хуям. Здесь, ну, разбросано быка сильно. Расхуярило. Вон дырчики стоят, тоже сгорели к хуям. Вон еще одна машина стоит. Тоже сгорела. Вон тут НЗ-дыр, я так понимаю. Вот весь инженерный инструмент сгорел. Все поплавило нахуй. Все к хуям собачьим. Здесь вот провода, все. Все, что нажито было непосильным трудом. Все нахуй. Вон саперные лопатки в таком виде теперь. Вон холодильники. Ну все, все, короче, под ноль. Вот штаб. Компьютеры, ноутбук, узел связи, все нахуй здесь. Заебись. Ну вот гуманитарка вся. Вчера только привезли, блядь. Все лекарства, все нахуй. Ну, башмаки мои высохли. Главное, вовремя постирал. Вот эта каска, броник. Это еще броник. Это вот магазины. Тут их, блядь, дохера было. О, рация. Это склад у нас. О, броники. Все тут, блядь. Все, о, ноутбук. Нет, это ноутбук. Или телевизор. Телевизор, скажи. Вот телефон еще один. Вон там он еще один лежит. Чей-то. Хуя знает. Блять, ну твоего автомата нет, Женя. У тебя где был? Ну вот ящик тут стоял. Вот ящик стоял. Значит, там машине надо смотреть. О, кухня. Вон два генератора стоит. Вон генератор. Заебись. О, телевизор. Аккумулятор, зарядник, вентилятор. Шатер стоял. Это Кевина. Телефон. Палатка его была. Это вот Wi-Fi роутер.
Вроде целая даже. Да? Чуть-чуть оплавилась. Вполне может быть, что рабочая. Вот. Четверка. Мотоцикл у пацанов был. О, это сгорело качественно. Это, блядь. Ну вот как-то так.